akan terjadi Perang Dunia Ketiga. Rusia telah menghancurkan 83 fasilitas militer di Ukraina. Bahkan pasukan pro-Rusia telah masuk sejauh 8 km dari perbatasan. Pihak Rusia mengklaim telah menjatuhkan drone Bayraktar TB2 Ukraina. Berikut pernyataan lengkap pejabat resmi militer Rusia langsung dari Moskow. Проведение специальной военной операции. Группировки войск Донецкой и Луганской народных республик прорвали хорошо оборудованную эшелонированную оборону вооруженных сил Украины и продвинулись на 6-8 километров в глубину. Это стало возможно благодаря огневой поддержке российской артиллерии и армейской авиации. Все поставленные перед группировками войск вооруженных сил Российской Федерации на день задачи выполнены успешно. Совместным использованием рейдовых отрядов и воздушного десанта на крымском направлении обеспечен выход российских войск городу Херсон. Это позволило разблокировать северокрымский канал и восстановить подачу воды на полуостров Крым. Всего в результате ударов российских вооруженных сил выведены из строя 83 наземных объекта военной инфраструктуры Украины. С начала проведения специальной военной операции сбиты 2 Су-27, 2 Су-24, 1 вертолет и 4 ударных беспилотных летательных аппарата «Байрактар» вооруженных сил Украины. Gila kan bos? Bagaimana menurut kalian? Adu bacot di kolom komentar.